Привет! А вы что читаете? Сегодня я, дежурный по чтению, Александра Устинова. И я вам расскажу о новинке Дворца книги, книге Людмилы Петрушевской «Никому не нужна, свободна». Людмила Стефановна Петрушевская – русский прозаик, поэт, драматург, сценарист, переводчик, автор песен собственного исполнения. Людмила Стефановна пишет все и добавляет, кроме доносов. Изобретает свой собственный язык и пишет на нем цикл сказок. Выступает с концертами как певица, автор и композитор. Устраивает выставки своих работ и получает за это премии. А вот эти премии. Государственная премия, независимая премия Станиславский, премия Бунина, Гоголя, Довлатова, немецкая Пушкин пресс, американская World Fantastic Award, русско-итальянская Москва Пенне, Людмила Петрушевская, академик Баварской академии искусств. В книге «Никому не нужна, свободна» перед нами разворачивается история девочки, которая воспринимает жизнь такой, как она есть, без вопросов и обид. К этому ее приучили жизненные обстоятельства, обстоятельства детства. Нет родителей, хотя они и не умерли. Голод и нищета, и необходимость бороться в мире детей, который также беспощаден, как и мир взрослых. Когда я думаю о человеческом роде, то представляю его себе не в виде генеалогического древа с ветками. Род выглядит как лес. Он просматривается далеко, и видит цепочки людей и деревьев, которые держатся за руки. Почему-то так. Там, в тумане времен и веков, стоят они, предыдущие поколения, многорукие деревья. И каждый предок соединен ветвями с одной своей стороной с родителями, а с другой стороны с детьми. И каждый, и отец, и одновременно сын, и сам по себе единственный в мире. И каждый из них – дитя своей матери и мать своей дочери, или сыны, и в то же время отдельное, не похожее ни на кого создание. И каждый един в трех лицах – дитя, родитель и личность. Пока тот в центре силен, он поддерживает обе стороны – и тех, кто стоит перед ним, и тех, кто встал потом. И этот центр перемещается со столетиями. Человек слабеет, его сила переходит к следующему поколению. Его ум, его знания уходят с ним. Их не передашь, а качества могут перейти к потомкам. Упорство, даже зверское упрямство во вред себе, сила духа, убеждение, что еда должна быть спартанская вода для обливания холодной водой, обжорство в празднике, несогласие с властями, верность своей позиции во вред себе и ближним, сентиментальность, любовь к музыке и поэзии и вздорность по пустякам. Свирепая честность и полная невозможность прийти куда-нибудь вовремя. Чистота помыслов, стремление всем помочь и ненависть к соседям. Любовь к тишине и громкость повседневного крика. Умение жить без денег и безумные траты на подарки. Полный тарарам в доме и жесткие требования к домашним убирать за собой. И безграничная любовь к малышам, особенно когда они спят во всей своей красе. Моя прабабушка Ася умерла от сепсиса в 37 лет, оставив 6 детей. Ее муж, мой прадед Илья Сергеевич, врач, пошел к реке. Он считал себя виновным в смерти жены. 5 побежали за ним. Догнали на берегу и повесили на отце. Остановили. Маленькую несла старшая, Вера. Когда маму Асю хоронили, дочь Валечка, 8 шла за отцом, как тень, ступая в его следы и бормоча про себя: «Я всю жизнь буду идти по твоим стопам». Они почти все стали подпольщиками. Дед был большевик, борец за права угнетенных. Работал он обычно доктором при фабричном управлении, а к нему стекалась хворая беднота из поселка и деревень. И он вообще никогда не брал денег за лечение. Жил только на жалование. Принципиально принимал всех угнетенных, а должен был обслуживать только персонал. Поэтому, как правило, его увольняли быстро, и работу он находил преимущественно на эпидемиях, на холере и чуме. Туда брали всех врачей, даже ссыльных. Я, как только начала говорить, называла его «дедя». Я родилась в гостинице «Метрополь».
Это был второй дом советов. Гостиничные номера там занимали старые большевики, в том числе и мой прадед, дедя Илья Сергеевич Вегер, член РСДРП с 1898 года. Там же жила после развода с мужем Яковлевым дочь Вегера, моя бабушка, Яковлева Валентина Ильинична, член партии с 1912 года, с дочерьми Верой Николаевной и Валентиной Николаевной, моей будущей мамой. Все три, как полагается в сказках, были удивительные красавицы. За бабушкой Валей бегал юный Маяковский, но она предпочла студента Колю Яковлева. Их дочь Вава, Вера, выросла и стала самой красивой девушкой. Белозубая улыбка, косы, синие глаза в бронетанковой академии. А моя мама с 14 лет, будучи очень высокой девочкой, выходя на улицу, подвергалась постоянным провожаниям кавалеров, в особенности солдат. Причем она им простодушно отвечала на вопросы, как зовут и где живешь, но не говорила, сколько лет. И это огорчало ее мать и сестру. В семье мою маму звали Люлей. Она была младшей, и ее всегда считали ребенком. Хотя она упорно училась и прочитала горы книг и в школе, и на своем литературном факультете. На ее письменном столе стояли пирамиды томов. По одному только средневековью было три огромные хрестоматии. Она настолько серьезно занималась литературой, что воспринимала обычное чтение как профанацию. Про племянницу третьей жены своего деди, который в самую голодуху частенько приходила в метрополь к деде за книгами, Люля говорила: «Ну, конечно, тургеневская девушка на скамейке у пруда с романом в руках». На самом деле племянница оставалась ужинать. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Книга представляет собой сборник уже известных читателю повестей «Маленькая девочка из отеля «Метрополь», так и новых. Рассказы также автобиографические. Возможно, я буду необъективна, но я считаю Людмилу Стефановну одним из величайших, если не единственным современным российским автором. Поэтому вдвойне интересно, на мой взгляд, при такой биографии, репрессии в семье, детский дом, ранняя смерть мужа и так далее, она не только не растратила талант к писательству, но и сохранила талант жить, увлекаться, жалеть и сопереживать. Прекрасная литература. Читаешь, хватаешь и не можешь остановиться. Но потом понимаешь, что невозможно так быстро залпом все это усвоить. Настолько высокая концентрация чувств, мыслей, жизненных ситуаций и, главное, подтекста. Любую из написанных историй можно трактовать с совершенно разных точек зрения. Есть глубина. Великолепно. Литература для молоденькой Люли была объектом изучения. Втайне же она любила раннего Горького. Но так вышло, что Люля, наивная, серьезная и совершенно невинная девушка, забеременела в день своего рождения, 23 августа 1937 года, на даче в Серебряном Бору. Я в детстве слышала своими ушами, что она сказала нашей пузатой на восьмом месяце дворничихе Грани, которая пожаловалась, что долго не могла забеременеть. Мы стояли в воротах, и мама засмеялась, показывая на меня. А я вот с первого раза. В то лето они жили в Серебряном Бору. Это была государственная дача старшего бабушкиного брата Владимира Ильича Вегера, старого большевика, руководителя партийной ячейки РСДРП на Красной Пресне и одного из организаторов знаменитого Краснопресненского восстания с баррикадами 1905 года. Его партийная кличка была «Поволжец». Многие проезжают между станциями метро «Баррикадная» и улицы 1905 года, и никто не знает, что это все дела моего двоюродного деда Владимира Ильича. Все названия, эти вывороченные камни мостовой и баррикады, все это будущие скульптуры типа «Булыжник орудия пролетариата». До сих пор московский транспорт тарахтит по специально оставленному историческому булыжнику между площадью Восстания и метро «Баррикадная». Поволжец, кстати, принял в партию 15-летнего подростка Маяковского, после чего этот загремел в бутырскую тюрьму и впоследствии из партии вышел. Маяковский ходил в дом к Владимиру Ильичу Поволжцу и там познакомился с его младшими сестрами Верой
и Вали Вегер. И Валечку он влюбился мгновенно. Бытовала наша семейная легенда, что Маяковские с Бурлюком из этого дома вышли в блузах. Маяковский знаменитый желтый, а Бурлюк в лиловый. Мама мне рассказывала, что блузы мальчики взяли у сестер. Но девушки были маленькие, а Маяковский огромный. Сомневаюсь. Может быть, ребята просто для смеха их примерили? Правда и то, что блузы тогда курсистки носили пышные, со сборками. Моя мама также говорила, что в 30-м году она и ее мать ехали в трамвае и столкнулись там с Маяковским. Бабушка сказала Маяковскому: «Это моя дочь». Вид у поэта был какой-то изнуренный, усталый. Шел последний год его жизни. В 1937 году Владимир Ильич Вегер-Поволжец выстроил себе загородный дом на 42-м километре по Казанской дороге в кооперативе научных работников, а государственную дачу в Серебряном Бору на лето отдал сестре Валентине, моей будущей бабушке, и ее дочкам. Весной этого проклятого года произошли страшные события. В мае был арестован и подвергся допросам бабушкин брат Женя Вегер, член Политбюро Украины и секретарь Одесского обкома партии. Была арестована и шла к расстрелу его сестра Леночка Вегер. Она долгие годы руководила секретариатом у Калинина. Был арестован и казнен муж Аси, бабушкиной сестры. А саму Асю увели почти год спустя. Она много лет провела в ГУЛАГе. Расстрельный приговор тогда мягко называли 10 лет без права переписки. Остальным приходилось ждать внезапных гостей. Это была пытка. Каждую ночь бабушка вроде бы улавливала шум, как будто машина останавливается где-то вдали, открывается калитка, и очень ясно слышатся шаги по гравию. В те годы именно ночью приходили за людьми, опечатывали квартиры, и больше никто и никогда не видел этих людей. Каждую ночь кто-то ясно шел от их калитки к дому, скрипел гравий, но в дом не заходили, надо было ждать. Спать стало невозможно. Выйти посмотреть она боялась. Она пошла к психиатру. Он сказал ей: «Оставайтесь у нас, здесь вы будете в безопасности». Она осталась, видимо, это ее и спасло. Ее так и не арестовали. Моя бабушка была исключительно умная и прозорливая женщина. Она знала, что забирают всех, кроме психов со справкой. Молодая жена Жени Вегера, Соланж Карпачевская, пианистка и красавица, наполовину француженка, после ареста мужа была также схвачена. Но в камере от ночных допросов она сошла с ума, и ее освободили. Когда дядя к ней пришел, она беспрерывно рыдала, сидела на кровати, седая в свои молодые годы, черная, истощенная и бессвязно кричала. Дед был врач, но он не остался у ее изголовья, а развернулся и без слов ушел. Не знаю почему. Может быть, он сам внутри себя также хотел кричать все это время, но сдерживался. Однако то, что ребенок никому не нужен, дает ему право на самостоятельность, на свободу жить в бедности, иногда на гибель, но всегда на полную независимость. Надеемся, читатель знает, как в дальнейшем сложилась судьба этой девочки, прозаика, поэта, обладателя многих премий, переводчика и сценариста, исполнителя собственных песен Людмилы Стефановны Петрушевской. Узнать подлинную историю жизни автора и понять, откуда берет начало ее вдохновляющая миллионы людей проза, можно, прочитав книгу. А найдете вы ее в центре чтения Дворца книги. А вы читали Людмилу Петрушевскую? Делитесь в комментариях.